Наносим контуры шеи и основные ориентиры. Сосцевидный отросток. Номер 1. Нижний край нижней челюсти. Номер 2. Подъязычную кость. Номер 3. И ключицу. Номер 4. Грудинно-ключично-сосцевидной мышцей. Номер 5, идущий от сосцевидного отростка к грудино-ключичному сочленению. Каждая половина шеи делится на два треугольника – наружный и внутренний. От подъязычной кости к лопатке идет лопаточно-подъязычная мышца, состоящая из верхнего и нижнего брюшек, номер 6. Между нижней челюстью, подъязычной костью и височной костью перекидывается двубрюшная мышца, номер 7. От затылочной кости к лопатке и акромиальному концу ключицы идет трапециевидная мышца, номер 8. Пунктиром показана срединная линия шеи. Во внутреннем треугольнике шеи выделяют поднижнечелюстной треугольник, Римская 1, ограничены сверху краем нижней челюсти, медиально передним брюшком мускулус дигастрикус, латерально задним брюшком мускулус дигастрикус. Кнутри от него находится непарный подбородочный треугольник, Римская 2. Ограниченные обоими брюшками мускулус дигастрикус и телом подъязычной кости. Сонный треугольник, Римская 3, ограничен сверху задним брюшком мускулус дигастрикус, снизу верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы, сзади передним краем мускулус стельноклейдомастоидеус. Лопаточно-трахеальный треугольник Римская 4 ограничен сверху и латерально верхним брюшком мускулус омокеидеус, снизу и латерально передним краем мускулус стельноклейдомастоидеус. Медиально срединной линии шеи. Лопаточно-ключичный треугольник, Римская цифра 5, ограничен медиально задним краем мускулус стернокляйдус мастоидеус, снизу ключицей, сверху нижним брюшком мускулус омогиоидеус. Лопаточно-трапециевидный треугольник, Римская 6, ограничен медиально задним краем мускулус стернокляйдомастоидеус, снизу нижним брюшком мускулус омогиоидеус, латерально краем мускулус трапециевидеус.